О май гад, время 1.337. А это означает, что самое время Overwatch. Сегодня мы с вами возвращаемся в эту легендарную игрушку. Да-да, я знаю, Overwatch не было почти год. Но тут у меня вдруг появились чувства. Чувства к этой игре. Ну потому что, возможно, я вчера провел в ней 8 часов и понял, что это действительно классная игрушка. В общем-то, пока меня не было в Overwatch, здесь появилось много-много прикольных классов. И начнем мы, пожалуй, с вами просто с обычной. С обычной быстрой игры. Тут у нас появился хайп. Мяг, два хиллера новых, какой-то трансформер и кто-то там еще, чувак с железным кулаком. Знаете, я просто в шоке, понимаете, в шоке. Что происходит, а? Вот что происходит? Что стало с Overwatch? Это же вообще безумие, это капец как классно. Мы будем играть в Оазисе. Ну, так, значится. За хомяка мы играть не умеем. Выберем хомяка. Хомякис, хомякис very well. Че ты сказал на хомяков? Хомяки тощеры! О, какой милый хомячок. Он чихнул только что, вы это видели? Вау! У меня есть пулеметы! Так, что я еще могу делать? Я могу за что-то цепляться, видимо, да? На левый shift я могу трансформироваться обратно в хомяка. Итак, матч начался. Хомяк двигается. О, то, что нужно! Вау, человек, но паук. Три. Стреляем сразу по Ханзе. Оп, включил щит. Так, сматываемся отсюда. Кто это там у нас? Гензи? Мы его убили, нет? Подрывашкин. Вау, он меня сейчас убьет. О, так, мы его сняли. Все хорошо. Так, цепляюсь, разгоняюсь. Ох, сейчас будет жестко. Берегите свои коп... Вау! Чё? Видал, что я сделал? Окей, я киберспортсмен. Так, зону захватывают. Серия из 5 убийств? Так просто? Чё там, этот, свинохомяк, да? Турбосвин! Оп, снял, кажется, Макри. Найс. Так, еще кто там? Ханза? Ну ты не с тем играешь, понимаешь? Ну меня все-таки убили. Но зато у меня золотая медалька по убийствам. Играем на счет, а не на команду. Оу, я. У меня появилась какая-то ульта. Мне интересно, что она дает. Я вернулся, чтобы убить тебя! Так, ловушки, хомячие ловушки. Офигеть, это действительно ловушки? Я думал, это прикол. Мне нужны жизни. Мне нужна хилка. Есть, мы победили. Но это было слишком просто, вы понимаете? Это было очень просто. Я непобедим. Непобедимый хомяк! Теперь мы атакуем. Кого же выбрать? За хомяка мы с тобой сыграли. Причем очень даже неплохо. Я неплохой хомяк. А, нет, у меня уже бронза. Ладно. Окей, пофиг. Буду учиться играть за этого хомяка. При вас я сейчас возьму топ-2. Минимум топ-2. Я сейчас возьму топ-2. Минимум топ-2. Я их задержал, если что. У меня была такая тактика. Задерживать их. Ого! Стоп! Мне кажется, или у Ханза что-то поменяли. Окей, ладно, солдер, все, хватит страдать фигней. Хомяк это, конечно, прикольно, но старый добрый солдат намного лучше. Врываемся! Нет! Они захватили точку! А! Ах ты говнюк! Мужик! Он с хиллером бегал! Да ладно, он меня так тупо убил. Капец, я лох. Надеюсь, мы не сыграем в ничью. Потому что я вчера играл чуть ли не 2 часа катку в Overwatch, и мы в итоге сыграли в ничью. Так, фара. Вау! Ты чё, мужик? Вау! Он использовал свою ульту! Тихо! Нет! Ты долбанный вонючий свинозомби! Турбосвин он. Он турбосвин, пора уже запомнить. Давно меня не было в Overwatch. Так, все, давай, играем серьезно. Мы с тобой разыгрались. Сейчас будем тащить. Это турбосвин больше всего мешался на поле. Нужно было его снести. Окей, у меня есть ульта. Все. Главное оставаться на нашей зоне. Хиллер с нами. Оу! Не-не-не-не-не, беги! Беги. Фух, смотались. Вроде все хорошо. Никого не убили. Выстрел. Снял ее. Оп. Хил. Ах ты, блин. Стой. За мной, кажется, Дива! Нет. Второй у меня в
я просрал свою ульту. Нет, мы просто так не дадимся. Ясно, понятно? Так, я уже в топе 2, нормально. Играем не на счет, на пользу команды. Главное помнить эту фразу. Хил. Не, чел. Фу, хорошо, что его убили. Есть, мы успели захватить. Воу! Так, осталось только продержаться. Давай, появляйся. Нет времени ждать. Воскрешение. Есть, меня воскресили. Найс. Так, тут есть кто? Почти сделали это. Давай, за ним. Воу! Сматываемся обратно. Ждем тайминги. Выжидаем. У меня появилась броня. Спасибо, Торбьорн. Воу! Что это было? Меня кто-то взломал. Что за фигня? Стой! Я не могу использовать способности! Меня убила Фара! Нет! Там времени совсем чуть-чуть осталось. Надеюсь, наши все воскресились и прямо сейчас стоят на базе. Ибо все очень плохо! Один человек! Всех убили! Дополнительное время! Один-один, хорошо, это будет потная игра. Фу, чем дальше, тем тяжелее. Сейчас будет третий раунд. Я попробую сыграть за Фару. Если что, меняю на трейсера. Погнали. Там у них снайперочек. Стою на месте и стреляю. Мне нужна хилка хотя бы. Ой. А как он наверх забрался? Чё? Я даже не знал, что там это есть. Что происходит? Помогите мне! Так. Взлетел, выстрелил, убил одного. Оп! Это был мощный чувак. У него кулак металлический. Он меня ему шатал. Ого, ничего себе. Он еще и стрелять умеет. Я за него почти ни разу не играл, поэтому не обессудьте. Да ладно, мы второй раунд не сольем, 100%. Давайте, все торопитесь. На точку, там 2 на 2 сейчас играем. Нормально. Очень зря, она воскресила их. Воскресила. Захиляла. Не есть хорошо. Так, вон она летает. Надо попасть по ней. Я стоял до последнего. 54% мы набрали. Захватываем. У меня появилась ульта. Not bad. Да ладно, мэн. Ой. Щищ. Подорвал его. Да давайте слейте ее уже. Камон. Вы ее не можете убить, что ли? Нужно попасть по Фаре. Хотя бы один раз. Сейчас в нашу пользу играем. Неплохо. Главное летать. И чем выше, тем лучше. Помним это. Ах ты. Ты чё, блин? Она рафляночку? Я все время забываю, что Дива умеет летать. Да ладно, я неплохо играю. Нет, чуваки. Как бы для разминки неплохо. Это разминочный матч и все такое. Так, дополнительное время. Сейчас я залечу туда со своей ультой и всех уделаю. Так, чуваки, я иду. Она там ливень возмездия использует, да? А я тоже так могу! Ха-ха! Уу! Победа! Выгнал ее с нашей базы! Эту мерси! Давайте похвалим других игроков, чуваки. Вы красавчики. Это верность команде однозначно. Вы, чуваки, просто сделали мой день. Спасибо, сделали мой видос. Лучший момент матча. Что он там сделал? Воу. Раскидал, как кабанчик. Не смогла от него убежать. Но меня здесь нет, понятное дело. Чуваки, профессионал. Сегодня мы играли с тобой за хомяка. Вот. На этом мой ролик по Overwatch подходит к концу. Если вы хотите больше Overwatch, а его, конечно же, будет больше, обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми, и увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Не, подожди. Я знаю, что еще хочу сделать? Я хочу открыть этот контейнер. Подожди. Открываем контейнер. Так, что выпадет? Опа. Что-то новенькое. Лусио. Новый облик. И тут эмоции у Генжи. Ладно, окей. Точно, пока. Playtime.